тебя неожиданно. И куча народу из Питера, вы же понимаете, что у нас там тоже, хоть и город большой, но тусовка тоже, в общем, маленькая. Передавали всем привет, то есть, кто знает, Лера Окунь передавала привет, и Катя Асмус, и Света Ветрова, вот. Ну и, в общем, все-все-все. Свои песни я пишу. Ну, немного пишу, как в старом анекдоте. Я пишу хорошие песни, обе... я пишу песни, и обе они хорошие. Вот. Но в основном я все-таки предпочитаю петь чужие. И первая песня самарского автора Андрея Колесникова. Когда-нибудь цепь от горя внезапно нахлынувшем сне я выйду в открытое море, чтоб там, на бескрайнем просторе, на тысячесильном моторе гонять по звенящей волне. И сытые сонные чайки мой предвосхищая конфуз поймут по моей рваной майке, что где-то в районе Майки намеренно летел сюда горусь. Не верь никому в этом мире, мой мальчик, ведь жизнь это, в общем-то, полный бардак. Возьми лучше с полки хрустальный бокальчик, плесни в него коллекционный коньяк. Ведь сколько б с тобой мы всего не хотели бы, как от усилий своих не потели, все будет не так, все будет не так, все будет не так. А что делать? А волны играют все резче, мелодию в жанре лямур, под ложечкой сердце трепещет, и запах флюида все резче, за тучкой с улыбкой зловещей мелькнул лучезарный амур. Сгорает по новой лучина, вбирая вселенскую прыть, и вот уже зреет причина сказать себе: я молодчина, поскольку не каждый мужчина способен ее разлюбить. Не верь никому в этом мире, мой мальчик, ведь жизнь это, в общем, сплошное кино. Возьми лучше с полки бумажный стаканчик, плесни в него недорогое вино. Любил ты и так ее, и по-другому она хороша, но однажды к другому уйдет все равно, уйдет все равно, уйдет все равно. А что делать? И вроде уже все случилось, что было давно решено. И чашка о капель разбилась, и Ева под Адама влюбилась, и чья-то небрежная милость кого-то швырнула на дно. Но словно пристойная шалость, глаза заслонит пелена, фортуна ласкает мой парус, и вот уже мне показалось, что чуточку, самую малость, удача в меня влюблена. Не верь никому в этом мире, мой мальчик, ведь жизнь-то, в общем, крутой бы я не стал. Возьми лучше с полки граненый стаканчик, плесни в него водки завода «Кристалл». Если бьется, крыни веселей, завтра снова придется начать все с листа, а жизнь непроста, а ты так устал. Что делать?
На гитаре, педагогичный стаж сильный. Предокол по дару судах, Саша крепче прихватит плоды. Ученик не достался упрямый, он струн теребит от души. У него на столе телеграмма, разлюби, прости, не пиши. Улыбается на фотокартинке, с нами дама во льда колесит. Нью-Йорка, мадам, воздудинка, иностранный поселок Фиксин. Я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев, до болиных московских дворах. Но для Саши я бог, между прочим, без гитары ему не житие. С именем Висбор Иосич он мне дает почтение свое. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Йорка, мадам, лоскутит иностранный поселок Фикси. Коварное это коварство, дальновойный имеет горку. Оборона теперь и лекарство, всех гитарных обшарпанных струн. Говорит он мне, это деталь, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учу у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах висит. Нью-Йорка, воздухи, иностранный поселок Фикси. На этом фестивале совершенно неожиданно встретился с человеком, которого не видел 15 лет. Я даже не знал, что они в Штатах. Я вот вспомнилась старая песня из тех времен. Николай Шипилов. Здравствуй, Ванька Жук, из тебя горох с ножом. Даже никому не в шутку написать десяток фраз. Жизнь моя переменилась, словно месяц задымилась. Сделай божескую милость, приезжай ко мне сейчас. Я куплю крючок и весту, леденцы, курцы, билеты, золоченые орехи и железный сундучок. Мы помчимся по железке на другой конец планеты и на прежние огоньки плюнем мы через плечо. Пусть придут из райсовета секретарь и участковый, где же им понять балбесам, дуракам, городовым. Пусть я не имею веса, пусть я в жизни бестолковый, но тебя не дам в обиде, я не мертвый, не живый. Вот и все, писать кончаю, до свидания, дорог, Ванюшка. Я ночую подорожно, не мешает верхний свет. Не сейчас бы рюмку чаю и лучше водки хорошую, да любимую игрушку, пачку крепкой сигареты.
после Чехова плавно перейдем к Александру Сергеевичу Пушкину, который, правда, сюжет тоже заимствует из западных источников. Это песня Вадима Зубова «Монолог Сальери», Питер Стяха. Я несу в руке поднос, на подносе два бокала, в голове один вопрос. Я забыл, каков отрава, по спине холодный пот. Настроение упало, ах, я старый идиот. То ли слева, то ли справа, за окном бушует май. Вон пичуга пролетела, ну попробуй угадай. То ли справа, то ли слева, Моцарт, черт его, принес. Для него судьба забава, я забыл про свой склероз. То ли слева, то ли справа, я, считайте, и не жив, не щадя души и тела, все гармонии служил. То ли справа, то ли слева, все искал пути борьбы. За чины и запах славы ждал ударов от судьбы. То ли слева, то ли справа, Моцарт, я вина принес. Жизнь пичуги пролетела, рухнул замок тихих грез. То ли справа, то ли слева, то ли справа, то ли слева. Моцарт ходу завершил, и рука его упала. Гениально все решил, Моцарт выпил два бокала. Вот. Ну и все-таки я рискну занять ваше внимание своими песнями. Ну так, парочки. Вот, первая песня написана, наверное, да, 15 лет назад. Так, случайно совершенно. Это первая песня, которую я написал, на стихи тольяттинского автора Алексея Алексеева. Навеяна она была, когда, ну, во-первых, стихи хорошие оказались, такие вдумчивые. Вот, а потом, когда был очень популярен «Мумий-тролль», как раз про маньяка песня. Вот, и получилась такая песня, которая пафосно называется «41». Возвращаюсь домой сквозь полуночный мрак, и крадется за мной сексуальный маньяк. В абсолютной тишине убыстряю свой шаг, а вокруг ни души. Только этот маньяк. Дальше саксофон, конечно, нужно. Тысячи звезд, возбушая бродя, забегаю в подъезд, а за мною маньяк. По ступеням скачу и кричу ему так: обратитесь к врачу, нехороший маньяк. Стигающий визг устремляю кулак, и по лестнице вниз отлетает маньяк.
темноте чердака, расчленю маньяка, ставлю памятный знак. 41-й маньяк. Да. Вот. А следующую тоже спою свою на стихи Владислава Южакова. Причина не сетует, выбор сделан давно, ни к чему равновесие рушит. По пустынной шпалерной поземке гоняй газету, а вокруг, как всегда, никого, даже местных старушек. Он приходит по пятницам, словно бульварная пресса, развлекая стандартным напором статей и заметок про работу, про водку, про секс, про подверженность стресса и, конечно, про то, как он держит затейлив и нет. Ты его выходные прочтешь за страницей страницу, начиная с последней, где шутки, кроссворды, погода, и до первой, где в тексте под рубрикой может жениться. Объективный анализ причин, почему неохота. И с утра в понедельник присев на холодной постели, ты утешишься тем, что усталый, помятый, нервный, он появится снова в конце наступившей недели. Стылый ветер его, как всегда, пронесет по шпалерной. Песня тоже старенькая, очень мимо, да, к счастью. Вот. Сергея Никитина, она особняком стоит в творчестве, потому что он там не только автор музыки, но и автор слов. Как же быть, то не заводится пружина,
Это пружина, что находится внутри. Только вспомню я и сразу забываю. Забываю и мотив тот, и слова. Я вижу в окно и напеваю. Вот проносится платформа столбовая. А дорога столбовая не нова. Оттого лишь, что движение так работает. И у каждого движения свой закон. Ни о чем не думать не охота. Это станции Шарапова похода. Бесконечный, бесконечный перегон. Потому что сразу после меня будет Оля Качанова, а это очень хорошо, поверьте, оно стоит того. Вот, а сейчас я спою, пожалуй, сейчас я спою песню Льва Степанова на рубаи Омара Хайяма, посвящение Пике. Что меня преследуешь, о небо, путь камни у тебя, ты все их свала мне бы, чтоб воду получить, я должен спину гнуть, бродяжий должен я, из-за краюхи хлеба. И руки друг другу пожмем.
на минуту забудем о горе своем, с наслаждением вдохнем этот утренний воздух полной грудью, пока еще дышим, вдохнем. Спасибо большое. Еще 5 минут у меня есть. Ох ты, Боже ж ты мой. Для последующих полчасовки местами. И мы приглашаем сейчас